Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Хочу показать вам спонтажку. На самом деле монтирую я на этом стуле. Вот так с балкона наблюдаю за прекрасным видом и приходящей потихоньку погоды. А все хранится вот в этой замечательной комнате. Во-первых, все мои авиамодели висят. Надо как-нибудь зарядить аппаратуру и полетать. Во-вторых, вот этот замечательный накопитель. 6 жестких дисков по 14 терабайт. И здесь хранится все видео, снятое за много лет. Смонтировано, может быть, какая-то третья, четвертая часть. Очень много материала интересного. Ну и он продолжает стремительно сниматься. Это как раз зарядная станция для всевозможных камер. Ну и наши камеры, которые летающие. Ну не летающие, а на хвосте летающие. Конусную камеру я вам потом покажу. А это обычная, которая крепится на хвост и полностью регистрирует весь наш полет. Пишет звук. Звук пишет один микрофончик. На мне висит в кабине, а другой снаружи. Очень удобно и просто. И вот эта удобная штуковина очень помогает нам в полетах, потому что фиксирует все и со звуком. Можно разобрать какие-то сложные элементы, посмотреть красивые моменты. И сейчас я вам хотел показать первый заход на посадку моего друга Вадима. Мне кажется, получилось неплохо. Поворачивай направо. И подходи к аэродрому, будем заходить. У меня в гостях Вадим, чудесный механик с 40-летним опытом реального потрошения всяких девайсов. Между рулем и прокладкой что-то застряло. Большой специалист. Как слесарь, гинеколог. Жоповещун. Ты мне поломал фирменный ротовсовский этот крутилку. Есть такой анекдот. Одна пьяная мадам заходит в бар и говорит: слушайте, я, говорит, на вашей приступке, ступеньках, там все ноги себе переломала. Ну, бармен смотрит, ну, говорит, поломать не поломала, но погнула капитально. Сейчас включу радио. Уменьшай скорость до 120. Ну, энергичнее немножко, сбрось скорость. Шасси за бортом. Ну и будешь сам заходить сейчас. Приготовься сейчас. Первый разворот, поехали направо. 90 градусов направо. Вот смотрим вниз на полосу, на колдун. Дует южный ветер. Убирай крен. Сейчас по прямой какое-то время. Скорость 115. Скорость 115, не меньше. Проверяю тормоза. Нос чуть ниже. Хорошо. Разворот вправо. Убирай крен. По прямой. Нос ниже. Окей. Сэрло бати танго робью до винг лендинг ту саус. Направо поворачиваем. Спокойно. Давай, 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 четко направо. 90 градусов. Вот, убирай крен. Крен убирай. И вот полоса у тебя впереди. Попробуй на нее попасть. Попал. Давай дальше я. Смотри, чуть поспокойнее движение, у тебя они такими трым-трым-трым-трым. Извините. Ну вот, смотри, я сейчас никаких трым-трым не делаю, просто лечу. Все. Чуть-чуть спокойней.
Потому что грубые движения, они не дают никакого действия на планер, только дезориентируют часто. Поэтому чуть мягче. Так нормально, видишь, попал в полосу. Если бы там твой инструктор кони отбросил бы в полете, смог бы приземлиться. Ну, сейчас закатим вепря. Сумасшествие. Доволен? Еще почти на посадку зашел. Ну да. Вот, видишь, 12:30 ровно, как и обещал. Минута в минуту. Ты должен помнить юмореску Райкина, кто шил костюм. Угу. Мы.